Друзья, мы с Дашкой приехали взять скутер. Вот такой берем. Красавчик. Беленький. Правда, еще не катались, но вроде норм. Это канал Миша Зе, и мы начинаем новый влог. Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. Так, друзья, мы на пляжу Сурин. Пляж Сурин. Такое вот, кстати, прикольное местечко. Никита, Юлия, Паша с Анжелой пошли вон мыться. Сейчас поедем на тот пляж, где аэропорт, где самолеты садятся. На сегодня, я думаю, не очень много буду снимать. Завтра мы уже отправляемся на остров Пхипхип. И там вот, конечно, поснимаем много. Много. И под водой. Ой, красота будет. Ням-ням. Ням-ням. Дашулька кайфует. Мы поехали. Мы приехали на пляж. Вот он, самолетик уже улетел. Ребята идут. Веселые все. В принципе, недалеко ехать. Остров-то маленький. Два позвоночника всего. Один туда, один обратно. Так, самолет. Походу идет на взлет. Взлетает. Я только снял видео, говорю, самолет там едет, походу, на взлет. Но когда он садится, он прям низко. Вообще. Да, ниже. Вообще там прям аж страшно. Походу на сегодня все. Надо было приезжать в первой половине дня. Сейчас просто уже стемнеет, 18.03 темнеет. Поэтому если захотите сюда приехать, приезжайте там иногда к 10, к 11 утра и нормально все будет. Вечеринка. Пару комментариев. Отличный полет. Супер. Пилот просто лучший. Класс. Это круто. Так, друзьяшки, на сегодня все. Завтра увидимся уже на катере. Короче, никто не проснулся. Я так понял. Видео только началось, а уже всем сниматься. Вы чего? Это же история. Потом будете пересматривать, плакать. Все, мы приехали на пристань, идем к катеру. Паш, ты скажи, что мы лодку снимали, а не... Что-то мы долго шли и... А где лодка-то? Или нас по острову сейчас... Ты знаешь, сколько мы тебе и такси заказали? Вот я хочу еще и лодку. Блин, неудобно. А наверх можно? Да, наверх, Миша. Ну, вон лесенка есть. Сейчас до конца пристани, что ли? Да. Так дошли пешочком. Пешком нельзя. Такие вы красивые все тут. Сервис, братан. Спасибо. Смотри, все за тобой повторяют. Это тук-тук пристанский. Пристанский прозвучал, как будто он из пристана, да? Кататься где-то до 5-6. Сейчас 9 утра. Лодка стоила 14 тысяч. На шестерых получается до 8 человек. Вроде как можно на лодке. А, во, нормально. Вот на такой мы поедем.
хороший катерочек, да? Внимание. Hello, good morning. Welcome, I'm a motherfucking PIMT. Wow! I've got the autos, so you can see. Because I'm a motherfucking PIMT. Yes. Whoa! Прикольная лодочка. А вы сразу сюда? Да, конечно. Пока солнышко не такое. Приступ не надо, потом снимай. Малыш, а ты пойдешь на нос? Пойду. Да, там мы пахнем. Okay. It's okay. Здесь будем загорать. Вот здесь. Дрифт на месте. Нормально. Какие веселые все. Let's go. Ну нормально такая лодочка. Сказали жилеты сейчас надеть, потом можно будет снять. Но это понятно, потому что мы планируем покупаться. Так, очень шумно, давайте просто посмотрим на виды, немножко прокатимся и потом поговорим. Друзья, стабилизатора нет, поэтому, ну, как-то так. Вон, смотри, какая водичка.
Опа, пляжик. А с другой стороны сюда проход, да? Друзья, тут снимался фильм «Пляж», если кто-то смотрел. Я только об этом узнал. Ну, тут красиво, конечно. Бля, какой разъёб просто. Я дачу здесь хотел. Так, мы объехали остров. И тут ветер, поэтому приходится микрофончик держать в руке и вещать именно так. Потому что вот так будет слышно только так. Это уже проход на пляж. Это, я так понял, очередь. По-моему, 400 бат, чтобы зайти на остров. Мы чуть позже туда вернемся, сейчас едем купаться. Попробуем снять вам подводный мир. Сейчас попробуем понырять и что-нибудь поснимать под водой. Тут водичка очень прозрачная. Прям хорошо. Очень хорошо. Это этот же остров. Мы заплыли в какую-то расщелину. Вроде как будем купаться. Вода тут очень прозрачная. Да. Нельзя купаться? Ну типа да, много лодок. Ну вроде ничего снимает на аквабокс. Будем пробовать снимать на аквабокс. А что мокрое? Полотенце? Я не знаю, что это. Это его? Что тут, нырять можно? Да, нырять это кораллы. Вот так вот, аквабокс меня будет держаться. Меня видно? Паша пошел. Что мне? Может тогда у них тоже маску взять? Что мне свою тратить? Придется снимать на широкую иголку, потому что как-то в этом чехле нельзя настроить зум. Молодцы! Thank you.
Только не подскользись, а перила. Может, с носа прыгнешь? Давай. Пойдешь? Пойдем. Подожди-ка. Давай. Нормально. 6-0. Давай своей струей теперь на Пашку. Давай. Хорош. Приехали на другой остров. Голожопики. Обезьяны, смотрите, обезьяны. Манки. Эйтан. Манки, манки, манки. А это какой-то прям вождь. А, он маленький, смотри. А, у него малыш. Может, он может нас атаковать, вы знаете? Он не атакует, зачем? Наблюдатель. Он на карантине, что ли, у них это? Это дедушка сидит с внуком. А, родители на гулянке, да? Да, вон на пляжу. А, вон там на пляжу. Слушай, они приделаны веревки, видимо, их туристы кормят. А вот только что он с лодки веревку бросал. Ну, вон, видишь, веревка какая-то. Ой, какой. Блин, какая хрень. Хороший. Что, мы даем что-нибудь? Нет? Смотри, он прям хочет это напрыгнуть. Прыгнуть? Ничего не даем? Не, ничего не даем. Если ты женщина, то очень страшно. А может это. Не... Может это не маленькая обезьяна, а обезьяна карлик, и это пара. Я сделаю чувак, я рехал. Ну пожалуйста. Да ребенку орех. Не надо, он маме сейчас. Он прыгнет потом. Ну, Паша, а что ты с ним будешь делать, когда он прыгнет? Что, на песок пойдем или нельзя? Да, пойдем, пойдем. Ну и что, пойдем в пещеру-то? Ну-ка, не... Подмоги нету, что-то он наверх смотрит. Да что-то он такой мощный, я понял. Эй! Это его пляж, сюда нельзя идти. Окей, I'm sorry. Капец, обезьяна только что прыгнула откуда-то оттуда. Я это не заснял, естественно. Они все идут за нами. Эба просто хавает, сидит. Да. Это парочка, чисто парой ходят. Вау, тут прям круто. Я извиняюсь за камеру, нет тряпки протереть. Но очень прикольно. Никита же так любит обезьян. Чего он не пошел? А, вон. О, Дашка спустилась. Да ладно. Вы офигеете. А, красиво, да? Да, нам развернули, вот.
Никит! Сколько обезьян уже вырубил? Красиво. Щель, да, красивая тут? Щель, смотри, какая. Нормально, узкая. Нормально. Что там? А почему по-русски? Потому что... Ну, выглядит, да, надо, придется, наверное, переименовывать канал. Ребят, напишите в комментарии, стоит ли переименовать канал. Ой, малыш, ты так быстро загорела? Нет. Да, черная вся. Пупа, как орех. Да, мне кажется, он уже не хочет съесть, просто оставил. Все. Хорош. Нормально было. Хочу обезьяне фокусы показать. Обезьяна? Обезьяна. Манки. Смотри. Манки. Мне интересно. Что? Ой, нифига себе, фиганула она? Нет, это якорь фиганул. Конечно, они... Погода сегодня, да, как нам повезло? Бананы. Никит, ты рад? Погода вообще бомба. Клубника бомба, если честно. Немножечко, может, по звуку не вывозить. Да, Шур, у тебя что-то загар прям нормально прилип сразу. Правда? Ты уже чернее, чем мы. Это? Нет. Не трогай, нельзя. А может, можно. В котором обед? А, кушать? Блин, классно, на самом деле, по островам. Так смотришь на другие лодки, вот эти вот, они очень громкие. Прям там очень громко работают, хотя там тоже можно по 2-3 человека ехать. Там, может быть, в 2 раза дешевле, но нам на 6 человек нормально. Да, если, да, вдвоем, я думаю, можно. Вот, едем сейчас на остров, где вроде как обед будет. Малыш, тебе нравится? Блин, ну вода чудесная просто. Жалко, тут нельзя коптером снимать. Я бы снял, правда, у меня коптера нет. Можете задонатить, кстати. Красиво. Солнце еще вышло. Очень круто. Такие вот танцы. Приехали покушать. Ау. Красиво вышло, конечно. А, тапки нужны? Я без тапок. Сколько? We don't know, 1 hour maybe. Maybe a little bit longer. You'll be here. Номер возьми у него. Так плотненько встали они все. Очень плотненько.
Номер возьмите у него, он говорит. Такие нашивочки прикольные. Знаешь, это как у бабушки из-под кружек. Она сама как будто связала. Я сама вижу, как это панамка из бабушки тоже. И панамка тоже бабушки тоже. И что, вообще шорты тебе тоже? Это не шорты, это панталоны, а ты вот карманы пришила нормально. Что, мы выяснили, погнали. Ребята, сразу извиняюсь за то, что это долгий выпуск. Но тут очень красиво, хочется показать максимально много. Ну и по эмоциям. Очень классно, очень классно. Так что смотрите, наслаждайтесь. До этого выпуски были не настолько длинные. Пусть этот уж будет, как будет. Что он там сказал? Он сказал полчаса, час, потусуйтесь, я на номере. Я в номере отдыхаю, так это ж было сказать. Блин, тут народ так много. Давайте сразу куда-то не пойдем, посмотрим, что есть, а потом, если что, вернемся. Интересно так. Так. Мы же туристы. Турист, I am tourist. Опа, рынок. Да. А это нормально. Это чтобы испачкать снаружи сразу ее. Да получается вообще похер, Пупина. Это Никитина. Никита такие любит. 23 номер. Есть. Блин, опять звонит кто-то мне. Блин, она пипи. I'm... Now I'm pipi. Now? О, даже эти штучки продают. Мы можем сюда поставлять. Магнит. Че? Вот, мы сюда зарулили, вот этот плед. Да мы только вот приехали, у нас первый... Спасибо. Спасибо, Паш. Сколько тут жить стоит? Может, сюда переедем? Чего? А что там делать? То же самое. Работать, тренироваться, ходить кушать. Не знаю, я бы жил на острове, если честно. Мне вот эта вот движуха, которая на Пхукете, в принципе, особо и не нужна. Жил бы так же спокойно в номере, сидел бы с утра до вечера. Вот вышел на пляжик. Позагорал. И не надо эти пхукетовские тусовки, малыш. Что делать? То же самое. Сидеть в номере с утра до вечера. Вечером выходить кушать. То, что мы делаем там. Спокойно, да? Угу. Что переобулась? Только что говорил, что тут делать. Кайфово тут. Мне кажется, на островах дешевле жить. Да, Шуль, помаши ручкой. А правой? Это левая. Ладно, так мы будем вечно идти. Как куда-то придем, туда-сюда сделаем и начнем кушать и все сниму. Смотрите, какой-то прям проспект. Паш, надо на остров переезжать жить. Зачем? Смотри, как классно. Скажем, мы местные. Ну, кстати, мы с Никитосом очень часто были в местах, где куча народу и там не очень вкусно. Чаще всего не... Да. Это вот название острова, да? Мы вот тут. Нашли место, где покушать. Паш, чаще выдыхай на них. Так, хотел съесть, что мы все съели. Были ребра, пицца. Там еще пицца вкусная. Никита что-то макароны какие-то ел. Все, сейчас идем пройдемся по острову и куда-нибудь едем. Ну все, мы покушали, идем потихонечку на пляж, вот оттуда, идем в эту сторону. Как всегда дует ветер. Блин, ну как же тут красиво. Да. Реально круто. Так, короче, купаться никто не пошел, никому не хочется, там слишком мелко,
вызываем наш катер и едем куда-то дальше. А что, еще что-то будет, да? Да, куда-то еще поедем. Куда? По-моему, какой-то национальный парк там еще должен быть. Ну, это последний, наверное. Рыбалка. Какая-то а-ля. И купание. Вот так вот они паркуются. Это вот наш типок. Помогают друг другу, молодцы. Из других катеров. Hello! Что, еще поныряем чуть-чуть? Ой-ой-ой, ребята, где мы? В Хип-Хи? Опять в Хип-Хи? Кто-нибудь может нормально сказать? Мы уже три острова объездили, все в Хип-Хи. Их сколько? Их много. Я думал, один остров в Хип-Хи. Так мы вокруг одного практически. Да? Короче, вроде как, мы сейчас идем на тот пляж, где был снят фильм «Остров». Ой, пляж. А я говорил, да, это тоже, по-моему. Пляж. Где был снят фильм «Пляж». Да, вот этот старый древний фильм. 2009, наверное, по-моему, года. Короче, Леонардо Ди Каприо. Вот сюда они приезжали, и вон туда шли снимать. Где он сказал: «Мама, я остаюсь», да? Я вообще не видел этот фильм. Ну и правильно, нечего. Сейчас заплачу просто. Нечего там смотреть. Да, можно было босиком, в принципе. Красиво. Грузничок поймал? Да, можно было босиком. Да, если хотите тут побывать и ничего не увидеть, спойлер, мы все покажем. Тут пресная, наверное, нет? Раз насос стоит. Понятно.
20. 400. О, нельзя на дроне снимать. Да, нельзя. Рыбок нельзя кормить. Плавать нельзя. Ничего нельзя делать. А, купаться нельзя там, что ли? За что платим? За то, что вот тут вот постелили вот эту вот херню из, за то, что из опилок. Здесь ходил Леонардо Ди Каприо. А вот тут нельзя ходить? Здесь я не ходил, здесь можно ходить. А что, ну, ты же не смотрел этот фильм? Он тут не ходил, тут не было вообще такого. Где у них лагерь? А у них лагерь был на этом острове или на другом снимался? Да. У них же лагерь там был. Слушай, ну люди что-то недовольны возвращаются. Вообще не весело. Это обезьян нападает. Да, он, видишь, типа по четверо нельзя ходить. Да. Кто-то упадет. Да. Пошел по другой дороге. Посмотреть, что находится с этой стороны. А тут, видимо, что-то похоже на кафешку. Это они тут сидят. Малыш, ты чё? А чё, не хочешь на смотровой сфотографироваться? О, вон умершие люди тут. При съемках фильма, видимо, кто-то умер. Ладно, пойдем. Уже, наверное. Солнце зашло. А, ну, не зашло, а за горой. Да, как будто просто вода и все. Прикольно тут, красиво. Это тут он хотел остаться? Да. Что-то где он? Здесь он боролся с акулой. Вот тут? Да, вот с такой. Вот видишь, отсюда бухта закрытая. Кажется, да? Да. И типа не выбраться отсюда. Ну, типа секретная. Блин, хочется пересмотреть фильм, потому что я один раз его смотрел, он мне не понравился. Мне тоже. Мне понравилось. А зачем нам билеты дали? Кому их показывать? Покажи. Ребят, сделайте скрины, потом зафотошопьте и пройдете бесплатно. Когда? А может и нет. Какой песочек? Да, очень мягкий, да? В волейбольщик играть. Да, надо было мяч. Почему купаться нельзя, я не понимаю. Нельзя, можно, вон, видишь, вон русский стоит. Ну, может быть, типа, только Ди Каприо можно купаться. Ну, и то он, наверное, заплатил 800 бат, да, а не 400. Короче, если хотите искупаться тут, не езжайте сюда. Тут нельзя купаться. А что, китайцы тоже смотрели эти фильмы? Я думал, только в США и в России этот фильм шел. В Китае тоже? Так, ладно. А где Никита? Очень много народу. Малыш, ну ты чё? Ты на солнце не ходишь? Ну да, не хочу. Да ничего тебе не обгорело? Ну,
вот мы идем, радостные такие. И все, нормально. О, фильм снимают. Рилс? О, давайте тоже рилс сделаем. Может, твои рилсы заходят вообще, когда я выкладываю. Блин. Да, сфоткают. Компашка. Компания прикольная. Все, Паш. Под навесик. Хуй, да, такой навесик. Похоже на клюв и глаз. Правда? Прикинь, кто-то на корпоратив себе захочет. Это черепаха огромная. Вот это ее пасть, как наплавить засунуть. Или хвост черепахи. Народу, конечно, очень много. Странно вообще, да, за что, блин, типа здесь собирают, ну типа национальный парк просто, чтобы это. Достоянием в кино. Да не было бы кино, не было бы таким популярным. Короче, что больше всего понравилось? Песок всем? Здесь? Да. Да, песок. Ну, вид прикольный, да? Да. Купаться нельзя, в целом больше оценивать нечего. И песок очень мягкий. А я без шлепок? А, я там оставил. Паш, ты тоже там оставил, да? Поснимали рилсов на весь год вперед. Да ладно, 1-2. Может быть, даже ничего не выберем. Идем назад на наш... Калтер. Блин, ну красиво, красиво очень. Но это действительно, да, только вот на один раз. Приехал, посмотрел и типа, хорошо, что я до этого никуда не ездил. Потому что очень сильно звали все. Думаю, Дашку дождусь, потом поеду. Ну и правильно. Потому что второй раз бы я бы уже особо не хотел бы сюда ездить. Да, сейчас. Она, видишь, еще хочет, уходит босиком сейчас. На морского езжу на опорец. Тут вот, видишь, что ты дерево посадил. Король приезжал. Да, и он еще градку сделал, по-любому. Дерево посадил. Хотя ему 71 год, по-моему. Он умер. Как умер? Это тот умер. Я не... Нет, новый же там. Новый принц, молодой. Он принц еще? Ну, король умер. А что? Так король умер в 2009 году или когда? В 18-м. Нет, вот траур был по королю. Он там что-то 70 лет правил, да, по-моему? Ну, я не знаю сколько, но он... С 45-го года, да, по-моему, он правил. Как королева. Что он вещает? Сколько ему
Ему 90 было, когда он умер, по-моему. Да? Да, он очень долго жил. Кому, кому? Королю. Нет, он что-то правил 70 лет, по-моему, я читал. Ну да, он читал, я видел. Да, да не, ну мы здесь сидели, ты читал. Все, пришли, куча народу. Куча лодок. Блин, ну вот на такой на самом деле я бы не хотел поехать. Она очень громкая, и она очень, ну, долго на ней ехать. Тем более, Пхукета, да, вот это. А вот наша нормальная тема. Вон они стоят, ребята. Ждут. Все, мы на нашей лодке. Едем на рыбалку, я так понимаю. Но уже все достаточно сильно устали. Поэтому не нам. Устали, мы что, ты говоришь, заблуждение? Поэтому нам нужен алкоголь! Чего? Да. Че за взгляд был? Покажи. Алкоголь! Нам нужен алкоголь! Как? Кто оскорблял? Сказку рассказывал. Паша оскорблял меня. Нет, я сказку рассказывал. А думал, я не слышу все. Про царевну. А я все слышу. А я все слышу. Что ты слышишь? А я все про слышу. Качка? Только не любовная, она про предыдущая. Кого? Про качка? Да нет, про качка. Тогда это не про тебя. Все, выезжаем. О, вкусно. Должна быть сейчас рыбалка. Я не знаю, точка моя. Она с короткими рукавами. И это я качаю. Приехали в какое-то открытое. Тут очень ветрено, но чтобы вы понимали, мы ехали утром. Вообще волн не было. А сейчас, смотрите, нос почти к воде опускается. И сейчас будет рыбалка. Вроде как, будет рыбалка, не знаю. Посмотрим. Сейчас сидят тут. Я забираю. Мне кажется, сегодня все очень сильно. Сильно сегодня все сгорят. Вот там букет. Красиво, да? Рыбачить будешь? Дорога домой. Бай. Все, закончили путешествие. Ребята, как вам? Мне очень понравилось. Мне прям очень понравилось. Только рыбу не поймали. Телакун поймали. А я сразу заранее знал, поэтому это не снимал. Ну и все, я думаю, ребята. На этом влог заканчивается. Там это подпишитесь, напишите комментарий. Спасибо за просмотр. А, типа сюда. Всем пока-пока. Сюда на машине,
Давай. Я тоже думал, что мы пешком пойдем назад.